Это у нас орлан белохвостый, самка. Это у нас в Днепре стрелковый комплекс «Беркут». И здесь вот в вольере живет такая птичка. Приехал ее подкормить правильным кормом. Решила взять под опеку, будем, в общем, заниматься этой птичкой. Может быть, даже орланчика к ней подсадим, когда он чуть подрастет. Живет здесь более 10 лет, уже 3 раза подряд отлаживала яйца. Такой вот у нее вольерчик неплохой. Крутая птичка. Подписывайтесь на канал, и буду снимать тоже видео. Буду периодически приезжать сюда и буду рассказывать о ее жизни.